это уже все было. Вот это вот поинтереснее будет. Мама не покупает мне киндер в 7 лет. Также я, который разгромил... Блять, вот я ебал нахуй, сука, рот, блять. Меня-то на самом деле реально бесит. Кого? Себя. Свои желания. Когда я был пиздюком, я так хотел киндер-сюрприз. Я прям выпрашивал. И каждый раз, когда мне его покупали, раз в полгода, я прям его, вот прям не знаю, я прям так радовался. Сейчас, когда я могу себе купить хоть их 1000, мне похуй. Я его не хочу, нахер он мне нужен. Тем более я его сожру, у меня прыщ вылезет на следующий день. Реально, блядь. Какого хрена, почему это так несправедливо? Заебало, блядь. Когда ты пиздюк, ты все хочешь, что попробовать это купить. Потом ты вырастаешь, начинаешь зарабатывать бабки, становишься там миллиардером, а тебе уже ничего и не надо. То есть, вроде как бы деньги-то появились, а желание купить это пропало. Ну чё за говно? А? А когда что-то получаешь, уже неинтересно. А да. А потом, когда это что-то теряешь, начинаешь об этом жалеть. Блять, я охуе, бля, ебаный рот, блять. Какая гайка, бля, чё ебнулись? Я! Ой. Я плохо веду себя, в детстве и хулиганю. Мама, бабайка, приходи. Забери к себе и съешь его. Я постоянно смотрящий в окно. Ох, бля. Алло. Форбит, да. О! Спасибо тебе большое за новую платную подписку. Ре. Быдло ты ебаная, бля. Я когда был малым, я всегда хотел киндер, тамагочи, лево и соседку. А, да? Не, ну... Если бы я хотел соседку, сейчас бы я смог эту хуйню, наверное, уже реализовать. Собственно говоря, вообще без проблем. Для меня это просто вот так. Сейчас, подожди. Блять! Похуй. Когда мама попросила записать видос с грамотами для подруг. Хочешь выделиться среди друзей постоянно растущим числом? Да ты заебал! Хочу! Ой, Игрлинг. Подожди. Че? Училка, напишите сочинение, мое мнение о романе. Я пишу, что он не, мне не нравится, училка. Сразу скажу, ваше мнение может не совпадать с моим. Это значит, что вы не правы, и ваше мнение нужно вот поменять мое мнение, потому что я прав, а вы... О, это я, блядь. Ну. Когда смотришь за... Саму катерами... Падай уже! Быдло ты ебаная, блядь. Что ж так долго? Раньше ты хотел киндер, а сейчас хочешь кадиллак. Что за хуя, блядь, он не падает? Это бля, вот реально. А потом нахуй кадиллак уже не захочется, когда деньги появятся на кадиллак. Блядь! Не, нахуй, я из принципа куплю себе в итоге кадиллак, похуй вообще. Вот похуй. Вот возьму и куплю. Вот запомните, куплю. Даже тогда, когда желание, а это желание 100% пропадет, все равно куплю. Реально. А права? Так подождите, а зачем права для того, чтобы что? Есть же личный водитель. Покупаешь машину, нанимаешь водителя, и он будет тебя возить. О. И все? Не, я понимаю, конечно, самому тачку водить-то особенно такую круче. Вот, но... Шо? Ну хуя ты дома сидишь? Ну так не буду сидеть дома тогда. Буду постоянно куда-то ездить. Просто так, блядь, по городу кататься. Вот. Водитель пиздец дорогой будет. Да какой водитель? 50-60 тысяч в месяц. Нормально. Нормально. Да блин, я кое-что пытаюсь сделать, не могу. Ёб твою. О, твой друг умер из-за своей глупости. Что он говорит?
Разработчики! Долбоёбы! Принес муляж гранаты. Водитель маршрутки, когда ты расплачиваешься 1000-рублёвой купюрой, а проезд стоит 26 рублей. А в доме врубает свет, 7-летний, я думаю, что меня убьет Мишка Фредди. Хорошо, что в моем детстве не было этой говно игры. Только что за... Он... Понятно, короче, донатер с ума сошел. Я по приколу захожу в кусты 3 миллиарда клещей. Я по... Сука, дебил! Блядь! Какой ты долбоёб, ёбаный, сука, блядь! После урока не расходимся, остаемся на субботник. Я после 5-го урока. Да, потому что... Ебать нахуй, чё с лицом? Да, потому что не обязан ты на эти ебаные субботники ходить, убираться, блядь, еще какого-то хуя. Это не твоя обязанность. Твоя обязанность школьника, как школьника, блядь, ходить учиться, делать уроки, как бы, и все, блядь. И все, и то ты можешь хуй забить и не ходить никуда. И никто тебя не может заставить. А уж тем более на халяву бесплатно, блядь, убираться где-то, какого черта? Очень жаль, что я, когда был школьником, не был таким умным, продвинутым. И всезнающим, скажем так. И нами, школьниками, пользовались. Вот, потому что не было интернета и не было тиктоков, где какие-то юристы-хуисты, похуисты объясняют, что, кого и как. Нам никто тогда не мог это подсказать, как бы, поэтому нас юзали жестко, вот. Классный час, блядь. Остаемся после урока убирать кабинет училки, нахуй. Чё, охренела, что ли? Ты, сука, блядь. Реально. И каждый день кто-то оставался. Ну, нет, по-моему, раз в неделю это или каждый день. По 2 человека оставались и просто убирали, блядь, мыли полы в кабинете. Я вообще в ахуе. Еще и после уроков, по-моему. Вообще пиздец. Слышь. Чего? Че? Много денег, блядь. Слишком. It's too much money, блядь. Я один! Предоставили родители, чтобы Вася это начал смотреть себя. Шум призрак. Я не... Твои люди бам. Я прибабал ру нулей на своем аккаунт. Топ-5 смешных гвоздей. Поехали! 5-е место. Бля, нихуя себе! Бля, жиза, живот болит. Я ебашу его ножом, чтобы... Я не был знаком с такой концепцией вообще, ни в чем. Никогда ничего подобного в жизни просто не видел. Этому есть по-любому какое-то объяснение, ну типа вот эта вся концепция этой всей хуйни. Ну вообще это реально так. У меня когда-то живот болел довольно часто. А потом, например, начинала болеть голова и что-то другое. Что болит чуточку сильнее, чем живот. И я переставал чувствовать боль в животе, мой мозг переключался на боль... Там, зубную или там в голове своей. Вот. И как бы, и живот перестает болеть, пока болит что-то другое. Я такой, Что-нибудь, какая-то научная статья есть. Реально. Не снятся деньги, просыпаюсь уже голодный. Чего, блядь? Если нас наступить какаху, это к деньгам? А. Смотрите, этот овощ, он вообще нихуя не делает. Он просто сидит в укрытии и никак мне не помогает. Я в 3 ночи иду с каменным ебалом в сральник, не оглядываясь и не включая свет, чтобы монстры охуели от моего бесстрашия. Ебанутые или что? Какие-то монстры, привидения, блядь. Я когда убрался, захожу в комнату и представляю, что я мама, и проверяю комнату. Чего, блядь? That's what's up.
Когда не спишь в 3 ночи и в комнату резко заходит мама. Я шелест, когда меня обозвали жадина говядина. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Лево. А! Чё, блядь? Фу, ну. Я спокойно сплю, так как мне надо вставать в 6 утра. Дима забивной, который решил завести свою ржавую жизнь. Когда пришел к другу поиграть. Что не уперся? Так вот, что это хуйня на ковре, блядь? Коля, ковер с проводом, блядь! Он светится. Он светится, да? Больше, блядь, не светится, нахуй! Ты чё, блядь, делаешь, блядь? Что тебе за девайс? Как ты дурак? Вахуя, блядь! Пум! Стало скучно на уроке, и ты решил придумать 34 букву алфавита. Фу, блядь, 34-ю букву алфавита. Ты что, нарезка стримеров, что ли? А я? О! Тебя забрали со школы друзья, мама, и ты не понимаешь, почему вы едете в лес. Это я иду сдавать ОГЭ по биологии, знаю, что споры грибов закончились перемирием. Голосование. Слушайте, ребятки, что вы мне можете дать вот за такой вот попыт? Что дадите мне за такой попыт? Выгодный трейд. Дима Билан, позови меня. Бритву для бритья очка, блядь! Я вас всех вертеть на джигоне. Наш фриц базар не фильтрует. Слышь ты, кто? Пин, сандали попутал. Кто? Да я каждую ночь с твоей мамашей джага-джага делаю. Так, заткните. Кого, блядь? Это чё, реально? Утро, я спокойно сплю будильник, который я по приколу поставил год назад. Доброе утро! Таким, как ты. Реально, нахуй. Чел, ты...